Всем привет, ребят! Сегодня мы на аккаунте моего подписчика Алексея. Как видите, у нас 211 тысяч самоцветов, и мы будем сегодня тратить. Будем тратить на роллинг героев, роллинг созвездий, роллинг талантов, аккаунт донатный. Есть немножко доната, 324 тысячи. Самые большой степени накопленные, немножко задоненные. В общем, такой вот трешечок у нас будет. Сейчас посмотрим, что получится. И, ребят, это все ради сокровищницы. Вот здесь. Все ради того, чтобы получить некроса. Вот так вот. Я уже раньше вам когда-то показывал, какие шансы получить. Достать его, по сути, затрату. Вот он есть, Махатма, некрос. Попытаемся это сделать. Он уже 150 самоцветов потратил. За каждых 2000 потраченных, то есть у нас по сути будет где-то 105 попыток, мы получим шанс один раз открыть сундук. Так, ну что, первое, давайте, у него есть Фрея и есть Анубис. Сейчас мы посмотрим аккаунт его. Находится он в гильдии Фиксики. Вот так вот, такая вот гильдия, ВК, Фиксики, Клэш, боссы 21.00, за два пропуска БГ Кик. Даже вот так вот два пропуска дают вам. Так, первые, вторые места, кидайте заявочки, вступайте. Сила где-то в районе 100-150к. Арен Стул, веселый ник. Так, окей. Окей. Поехали, посмотрим аккаунт. Что у него есть, чего нету. Так. Старенький варлок, бидончик, ремки нету. Ара. Эковка, берс. Интересно. Ворожей отличный, Фрей отличная. Фрей будем ролить. Созвездие. Минотавр. Ронин, отлично. Это что, все? Прикольненько. Только пару героев второй эволюции. Так, Гаргул. Отлично, Хрон. Анубис. Даже эволюции нет. Стрелок. В общем, да, по талантам тут, конечно, ролить и ролить. Интересно, интересно. Да, с талантами, в общем, у него беда полная. Так, куча допов. Вот так вот. Ну, посмотрим, что у нас с этого получится. Так, сейчас я посмотрю, что у меня по героям. Так, ну, накрас понятно. Командоры нет. С недонатных Махатмы, Капитана и Буги. Все остальное, в принципе, гарнизон. Так, хорошо, что по осколкам. 93 осколка на Огника. Неплохо. В общем, вот так вот. Ну что, я думаю, начнем. Первую часть начнем с роллинга созвездий талантов. Поехали сразу же созвездие Фрей. И, в принципе, с таким талантом лучше всего Критана бить. Это самый оптимальный вариант. Вот у него крит уже один есть. Смысла от уклонения, в принципе, никакого. Так, окей, отлично. О, вообще огонь. Смотрите, как мы с минимальными. Точность пока не надо.
Супер. 4 крита уже есть. Сейчас можно что-то другое. Крит сопротивления ей не надо вообще. Так как у нее ограничение. Так, точность. Еще один крит. Ну, давайте помажорничаем. Эй! Жизнь. Ну, в принципе, оставлю. Пока пусть будет так. Этого должно хватать. Так. Ну-ка попробуем. Посмотрим, насколько чаще она будет критовать сейчас у него. И побежим за Анубисом. Ну, неплохо. Отлично. Так. Хорошо. Ну, видите, какой герой. Один разобрал целую пачку. С Фреем разобрались. Поехали, делаем F-ку. Анубису. Получаем снарягу, я надеюсь, у него там, а у него хватает. Так, что у нас? Так, аугментация есть. Ну, я тоже тут отлично просто буду собирать крит. Нету смысла ему собирать сейчас уклонение. Интересно, что у него по подземках. О, у него подземки не пройдены. Жесть. Это надо срочно исправлять. Вот наш Анубис. Так, можно пока так поставить. Давайте попробуем что-то на урон словить. Смертный приговор. Джей, Фрея. У него тут, конечно, героев. Не особо. Поставим сюда четверку. Опять тамплиер. Так, череп, варлок. Доспех, ослепление. Чисто ради силы можно кому-то поставить. Так, тыковка. Можно смерти поставить. Тратим, в общем, все до последнего. Мастер клинка. Это все не то, что надо. Так, сейчас попробуем что-то интересное вытащить. Ну, честно скажу, на чары реально очень много, можно много слить. Ему и чары, в принципе, роли смысла нету, так как у него... героя очень мало. Так, пиромах. Еще даже пиромага поставить. А ну так, 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 сейчас. Там у него на Купидоне стоит. Вот лучше сюда его пока поставить. Ему для подземок неплохо будет. Так, ослепление. Доспех ему, точнее, очищение толку никакого не даст. Ну, рандомчик. Доспех. Ну, даже лучше доспех теперь поменять.
общем, можно так играться, ребята, очень долго. Ну, давайте уже, коли взялись, то уже доделаем. Да, печально, я вам скажу, печально все у нас с этими чарами на русском. О, хранитель леса. Хранитель леса у нас идет сразу сюда. Теперь у него будет топовый ронин. Отлично. Еще бы, блин, дали на урон нормальное что-то, ну. Какую-то четверку. Печально, печально, очень все печально. Пиромах. Так, пиромах, пиромах, пиромах. Но у него опять же, видите, что делается. Тыква. Тут увеличивает скорость атаки. В принципе, и то ему хорошо. Блин, вот. Леса. Лучше тут поставим пиромага. Блин, ну дайте что-то на урон. Издеваетесь уже. Я больше всего не люблю на русском сервере ролить вот это вот. Лично какую-то фигню дают. Уже могли бы давным-давно улучшить шанс. Ну, вот так вот, ребята, сливаются самоцветы на русском сервере в никуда. Ну, а с вас по лайку за видосик. Поддержим пацана за его мучение. Блин, ну, 11 тройку. Конечно, беда. Ну, ему лучше все-таки на атаку. Доспех тройка ему сейчас тут ничем не поможет. Безмолвный плюс одна клетка, это можно в принципе поставить на ару. Плохо, когда мало героев. Еще одна четверка. Ладно, оставлю. Давайте лучше ему созвездие паролем и паролем таланты. Так, где там наш Нубис? Не знаю, с этими созвездиями вечно геморрой какой-то. Так, уклонение не то. Жизнь. Ну, ему жизнь особо не нужна. Надо урон собирать по максимуму. Я надеюсь, мы хоть таланты нормально проролим. Так, отлично. Атака. Атака тоже сейчас не особо. Вот, отличненько. Отличненько. Вот даже так вот такой вариант оставим. Уже будет лучше. Так. 64 тысячи у нас. Поехали ролить. Где там наш стрелок? Будем пробовать на 64К выбить. Сейчас талантики. Я надеюсь, огненько. Отлично, пятерочка. Так. Смотрим, что тут у него на огненку такое интересное есть. Воржей у него уже прокачанный. Рину даже прокачанный тоже. Тут у нас Утикаха. Так, вариант ПБшка, хранитель у нас тоже, по-моему, уже. Да. Ну, я думаю, повелитель бури оптимальный вариант, так как у него
Bigfoot есть. Танки я не вижу смысла ставить. Да, поставим пока на подашку. СУ ему все равно тут нафиг не нужен. Поехали дальше. Берс. Блин, Берс. Тыковка у него уже прокачанная, берсовая. С таких вариантов, в принципе, Берс сейчас вообще не актуален. Можно поставить. И то опять же это чисто так. Либо допом сейчас будем ставить, хотя у него допы. Так, рассвет и цель. Воу. Огонь, ребят. Отлично. На тыковку однозначно лепим. Воодушку. Это лучший вариант, чем берс, однозначно. Потом прокачает, увидит разницу. Можно было бы и на финку влепить, но лучше тыковку в первую очередь сделать. Огонь. Вот это да. Так, изворотливость. Рвение четвертое. Не, ну нафиг буду на стрелке ролить. Перс опять. Это что такое? Но падает, блин, классно. Берсы, короче, полетели. Так, Афина у нас еще осталась. Ну, поставим сюда пока. Так. Бог войны четвертый. Бог войны. Там пакт у нас. Вот так временно сюда поставить. Если он опять же будет где-то ее использовать. Так, поменять. Блин, ну чего четверка? Так, смотрим. Пара есть, четверка, и тыковка, огонь. Так, дед, хрон. Таких, кто бы включался, сейчас подумаем. Четверка. Дерево поставим пока. Возможно, у него там и рунами есть, но пусть будет иногда полезно. Так, поехали обратно на стрелка. Ролим дальше. 9. Ну, стрелок, давай. О, есть замедление. Ну, замедление. Ищем укротителя, так как он востребованный на сегодня очень даже. Для архидемона однозначно. Так, отлично. Хорошо падает. Мне это нравится. Как бы не сглазить. Так, воодушевление. Порочный пакт, живо. Ну давайте пятерочку. Ну, горка, ну такое.
Четверка замедления. Давайте поставим. Так, четверка. По героям на архидемона. Так, 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 так. Так, поехали дальше. Так, ну давайте пятерку. И будем думать, что мы будем делать дальше. Так, баст. Ну, ладно, четверка, баст. Зажрались мы. Ушка нет. Живо. Блин, ну, конечно, было бы обидно, если бы нам сейчас еще исцеление пятое упало. Так, замедление. Ну, раскол не нужен. Разброс. Раздоброс. Так, череп. Ставим череп, разбросик. Показывал вам черепа, неплохой. В общем, вот так вот, ребят, первая часть. Ждите дальше следующие выпуски. По чуть-чуть буду тратить самики на этом аккаунте. И увидите, сможем ли мы достать сюда некроса. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.